Сегодня у нас в гостях знаменитый венский Моцарт-оркестр. Произведения гениального австрийского композитора в исполнении ведущих музыкантов радовали новогодний Минск. Всех поклонников классической музыки в этот вечер ждала встреча с удивительными прославленными музыкантами. Вечер с уникальной атмосферой, бережно перенесенной в пространстве и времени. Венский Моцарт-оркестр собрал лучших музыкантов из различных камерных оркестров Вены, Венской филармонии и Венского симфонического оркестра. В выступлениях коллектива принимают участие артисты всемирно известных оперных театров австрийской школы. Цель и творческий девиз оркестра – сохранение и пропаганда музыкальных традиций Вены периода правления Габсбургов. Артисты исполняют самые популярные произведения знаменитых композиторов 18-го столетия и, конечно, главное место в репертуаре оркестра. Оркестра занимает творческое наследие Вольфганга Амадея Моцарта. Моцарт-оркестр бережно сохраняет традиции классической музыки вплоть до подачи ее слушателю. Артисты выступают в исторических костюмах с париками и выстраивают концертную программу по модели 18-го столетия. Концерт начинается, дирижер, похожий на самого Моцарта, палочкой маэстро призывает к волшебству своих современников. Звездный фон, люди, казалось бы, пришедшие из другой эпохи, и великая бессмертная музыка. Отрывки концертов и симфонии в выступлении Венского Моцарт-оркестра чередуются с оперными ариями и дуэтами, согласно исторической традиции. Артисты объявляют себя прямыми преемниками музыкальных академий. Стены венских дворцов сами собой возникают в любых концертных залах мира, когда оркестр начинает свою программу, и слушатели ощущают себя высшим обществом и членами королевского двора. Зиму Венский Моцарт-оркестр путешествует по всему миру, создавая на различных концертных площадках атмосферу своего родного города. Прекрасно, что в этом году и Минск включился в программу праздничных поздравлений музыкантов. Это был настоящий подарок белорусским зрителям.